Вот мы говорим о том, что в полиции есть преступники, мы говорим о том, что полицейские совершают преступления, и мы говорим о том, что Следственный комитет очень плохо эти преступления расследует. Почти 700 постановлений Следственного комитета отменено в судах. Прокуратура считает, что эта деятельность является политической. Агент – это человек, который действует по чьему-то поручению. Я за 15 лет ни разу ни от кого никаких поручений не получал. Кроме, разве что, президента Российской Федерации, по поручению которого наша группа в Совете по правам человека при президенте занималась разработкой законопроекта об амнистии в прошлом году. И, кстати, эту деятельность Комитету против пыток почему-то тоже вменяют в качестве политической деятельности.